Добрый день. Мы находимся в гостях мастерской Владимира Тихомирова. Он нам расскажет немножко о своих работах. Ничего не осталось. Это в определенное время и под разным настроением. Вот. Во всех работах невозможно рассказать, потому что это ничему не влияет. Вот. А некоторые там и портреты там. Какие-то пейзажи Джона Флакмана. Вот. Картина, она фрагмент фильма «Десять негритят». Вот они подъезжают к этой скале и потом выходят, поднимаются. Там апартамент, там, не знаю, то ли гостиница, то ли что-то, помещение такое. И это самое. Дальше там интересно, там потихоньку убирается один за ним. Вот. И вот такой фильм. Ага. Процессы, связанные с Битлз, они сделаны, насколько мне хватило представления и вообще какой-то точности. Вот и все, в принципе, что я мог сказать. Ну, здесь вот отдельно есть портрет Джорджа Харрисона, да? Ну да. Не отдельно, а они как бы все вместе, там, только рядом их опять, я этого не делал. А так все пока трое. Ну и да, Ринго Стар, Пол Маккартни. Да. А почему, что вас натолкнуло сделать на тематику Битлз? Потому что я, как это сказать, соплей вот таких уже первую вещь Битлз услышал от Гео. Вот. И потом стал старше, самое. Но я тогда не задумывался, что буду делать, там, что-то там их рисовать. Вот это пришло несколько позже. Вот. И когда уже рука была набита, так уже определенно. Вот тогда я и начал. Ринго Старра я вообще год только до него добирался. И вот, соответственно, недавно я его кончил. Вот. Но остальные так уже полегче там проходили. Вот и все. Ну, у вас тут еще очень много пластинок, это мало кого сохранилось. Это ведь тоже многие годы собиралось. Ну, тут видел, что вот в этой части. Угу. Вот. А остальные там блюзы, там это рок-н-ролл, только все как бы уже так. Да. Ну, короче, в разном возрасте. Ну, видно, что тут еще фотографии Высоцкого. Много слушали Высоцкого, наверное, да? Нет, это тоже это кадры из фильма. Из фильма, да. Да. Место встречи.
Вот их социальная иллюзия. Ну, как насоски это другое расскажу. Когда я упадет, но он ничего не взрос. Но тут же много еще и работ, связанных, скажем, видовых с Питером. Ну, там где Петропавловск, в принципе. Ну, это доки еще. Две работы. Чисто такое подвижно. Ну, еще вот, да. Угу. Как это, почтанская. Ну, это из фильма «Десять негритят». Да. Самое начало. Это пушки. Это со Скосельским у них. Ну, а вот, вот эти, да. Угу. Великий Новгород, да? Да. А рядом вот? А это... По мотивам сказки, может, какой-то? Нет. Нет? Это... Как бы... Она меня привела из... Дублевские, там, всякие... Штуки. Ну, типа, эти... Ангелы там. Угу. Какие-то... Люди там, у него туда-сюда, ну, у вас же какие-то работы еще были у Митьков. Ну, какие-то были, ну, я все забрал, в принципе. Вот это, у меня там и было две работы. Да, и вот та, да, понял. А вы не могли бы рассказать немножко, какие вообще художники вам нравятся? Ну, разных направлений. Ну, вот сейчас, например, даже выставка Сальвадора Дали. Как к нему отношение? К Ван Гогу, к Босху там, или... Или немножко другое? Ну, я так очень, так сказать, тонкостях не разбираюсь вообще. Ну, каждый делает, как ему сама. Ну, как он чувствует, да, понятно. А о нем судить, это лучше не судить, потому что это называется «Завесить чужой огород». А если человек, кажется, там, ну, крутой на характер, так можно и по сопрям получить, чтоб не лез, типа. Вот ты художник, все понятно, ты делаешь, что ты делаешь, а соваться куда-то там, извините. Это все, ну, такой, как бы, расклад.
никого не хочу судить, там нравится, не нравится. Это же другие люди, они сами скажут, нравится или не нравится. Которые, или, в общем, обожают. Они все обожают. Да. Немножко все иначе. Ну, Битлз-то очень здорово сделаны работы. Мне-то... Они, ну, они, конечно, по-своему, своеобразно, но... Так прикольно. Не люблю это идиотское слово. Ну, это да, да. Надо, наверное, но сказать... Это другое слово. Надо только сказать... В этом вся суть, что ли? Конечно, нет. Нужно, наверное, сказать, что тут просто попытка выразить свое отношение к Битлз. Как бы свое мнение, свою душу вложить, как бы, вот в них. Это короче, сканерс пластинок. Одна, другая, вот эти ретроспективы сделаны. Совещается, конечно. Но факт армии. А вот верхняя работа, она, ну, ну так сказать, скажем, пейзажная. Знаешь, пейзаж. Такой плохий, как бы. Там же песчаные самые, как бы, песчаные берега. А сама Волга, она правее. Это как бы уже полетит дым. Ну, очень, конечно, замечательно. Спасибо большое.